Ну что, ребята, скоро праздники, Новый год, Рождество. Распаковка будет из новой доставки Барбора. Может быть, даже и Барбара, но в Даугавпилсе ее не было. Это доставка, которая привозит продукты из Максимы. В Даугавпилсе она также появилась. И когда мой друг заказал и сказал, что ему положили 3 подарка, плюс бесплатная доставка на первые 3 заказа, это вообще просто пушка. Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит. 99 центов, по-моему, одна бутылка Zero Cola. Здесь 1,5 литра. 2 рыбки по 100 грамм. Палочка колбасы 200 грамм. Это нам подходит на Новый год. Срок годности аж до 13 марта 2024 года. Еще одна колбаска и также нам подходит на Новый год, потому что до 1 марта. С трюфелем вот такая вот в плесени фуэт. Именно с трюфелем, не знаю, не пробовала. Будем вкушать. Ароматные пипар-кукосы, ну куда же праздник без этих печенек? Очень вкусные, очень-очень хрустящие. Такая вот рыба мечты, исполняющая желание, лососевые обрезки на суп. Так захотелось супа из лосося. Одно я знаю точно, что буду готовить на Новый год. Селедка под шубой. Я обожаю этот салат. Селедочку положили нам до февраля месяца годную. Классную, вот такую вот Эдега фирма. Боже мой, это самая вкусная селедка, мне кажется. Самая вкусная. И чтобы не морочиться и не разделывать, вот это вот филе, да в селедку под шубой, да просто обалденно. Вот молодцы курьеры. Все по пакетикам. Все зафасовали мне здесь. Так, это у меня сметана нежирная. Вот они, подарочки нашла! Обалдеть! 3 подарка от Барборы. Барбора Давана. И на каждом наклейка. Это, как я понимаю, шоколадный пудинг. Это манго сушеная, 30 грамм, тоже Барбора Давана. И мишки Хариба. Нифига себе, так это вообще обалдеть. Ребята, вы делали уже доставку к те, кто из Даугавпилса? Вам тоже такие подарочки кладут? Интересно просто, всем одинаковые или нет? Баночка икры. Кавьяр, лососевая она, по-моему, да. Вот так вот, 95 грамм. Баночка шпрот. Не знаю, что за шпроты. Знакомы только с рижским золотом. А эти какие-то неизвестные. Не знаю, надеюсь, что вкусно. Сливки на тот самый суп из лосося. Яиц у меня много, но на всякий случай подобрала еще до 12.01, они годные. Такой вот хамончик с Сирана, тоже на новогодний стол пригодится, до 17.02 дата. 2 вот таких вот молока. Смотрите, какие умнички в доставке. Сыры к сырам в пакетике отдельно. Срок идеальный, до февраля, Филадельфия. Тоже все хорошо. Сыр с голубой плесенью. Я еще купила карамельный соус, обалденный к сырам. А, 2 штуки, что ли, я взяла? 2 штуки, да. Пармезанчик 12 месяцев выдержки. Вот такой вот сыр бри. Даты все прекрасные. 2 пачечки вареной свеклы взяла на селедку под шубой, чтобы уже не муздыкаться. Здесь 500 грамм, здесь 500 грамм. Майонез у меня был. Мы и сами уже научились делать, тем более, что столько яиц в доме. Но я на всякий случай еще подобрала. Но здесь остался огурец, помидоры. Это кушать сейчас, салатики делать. И картошка. Картошка у меня в хозяйстве была. На всякий случай, думаю, возьму еще. Мало ли, какую-нибудь пюрешечку, либо так отварить. Хорошая вроде картошка. Не побитая. Ничем не побитая. Никаким тифом. Нормалек. Сколько тут? 2,614. Ну все, ребятки, я очень довольна, особенно спасибо, блин, как же их правильно, Барбара, за вот эти подарки. Всем пока, спасибо за ваше внимание, до новых встреч!